Хотя может к вам обратиться, раз вы здесь? Вот в Пятерочку, мы сейчас идем в Пятерочку. Игровой автомат, сказали, установлен. Вот идем сейчас проверим, где рабочий ключ. Автомат игрушек. Игрушек? Вроде, да. Что за... Не, игровой, именно игровой. Можно с вами пройти, вы не будете против? Да, да. Мы это участковый вызывает, хоть что вам поможет. Ну вы же полицейские. Ну и что? Ну, у нас другая обязанность просто. Участкового вызовите. Ну а может быть вы вызовете? У вас же по спецсвязи там рация есть, вот я смотрю, правильно? Можно просто убедиться, вы должны убедиться, чтобы не зря вы участковый вызывать, правильно? Если там автомат? Да, игровой. А вы уверены, да? Ну, сообщили нам. Можно? Я понял, конечно. Лёх, ну вообще, точно, правду говорили, игровой автомат, даже вот зафиксировали, что играют. Согласны с нами? Да. Вызовите? Красивых коробочках и не обращаешь внимания, что это может быть терминал какой-то для оплаты. А, кстати, можно позвонить, даже узнать. Кстати, вот что придет, может... Скажи, что деньги не выйдут, и они придут. Да. Мы так и сделаем. Сейчас попозже. Нет, они не придут, потому что они это видят на компьютере, отображают. Ну, попробуйте. Мама, Славик, выехали? Да, мам? Выехали. Мы здесь находимся по улице Аликадундича, 11, магазин «Пятерочка». Нам поступило сообщение от граждан неравнодушных, которые здесь живут, о том, что здесь установлен прямо в общедоступном месте игровой автомат. Мы сначала не поверили, мне прислали видео, я был в шоке. Граждане уже как неделю с этим борются, обращаются непосредственно в полицию, а полиция никак не реагирует. Вот мы по счастливому стечению обстоятельств встретились с сотрудником полиции, которые отреагировали, вызвали участкового. Я на всякий случай продублировал звонок в 02. В общем, ждем, смотрим, что будет дальше. Я так под небольшое уточнение понимаю, это не наш профиль, там игровые автоматы, но меня возмутила позиция полиции. Кстати, вот сотрудники полиции уже приехали, прошу обратить внимание. Вот они. Как быстро они реагируют, только позвонили. И меня возмутило, что неоднократно граждане заявляли в полицию об этом инциденте, вообще об игровых автоматах, но так и никто не отреагировал. Здравствуйте. В курсе, что здесь? Вы участковый, я так понимаю, да? Нет, я не участковый. Или вы прибыли, потому что вас вызвали? Да, вот мне доложили, да. Соответственно. Ну, тогда пройдемте, я вам покажу, куда ходить. Вот. Игровой автомат. Здравствуйте, товарищ, порядок 10 стопов. Мне доложили, я докладываю дежурному. Да. В отдел полиции, и он принимает действия. Да. Мы ждем от вас действия, соответственно, дежурного. Нам сообщили неравнодушные граждане, которые здесь играют, слили информацию, назовем так, что по адресам определенным в таких же магазинах есть игровые автоматы на Патриотов, Керамический завод, Космос, Комарова, Конечная, кафе Сруб, Центр Торг, Утанга. Но вот хотелось бы, чтобы вообще сотрудники полиции прошерстили участковые всю территорию, какая у них есть в их ведомстве, подведомственная вся территория, везде, в каждом магазине, нужно проверить. Значит, позвонил я теперь в телефон горячей линии МВД. Для чего? Есть такой телефон 251-1250. Чтобы, пожалуйста, на бездействие сотрудников полиции. И вам рекомендую, если вы чувствуете, видите, что ничего не происходит очень долгое время, надо звонить, жаловаться на бездействие. То есть оставили жалобу, сейчас они будут разбираться. Сейчас будут устанавливать в отделе полиции номер 5, почему так происходит. И я думаю, отреагируют гораздо быстрее. Наш отдел замечательный, номер 5. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, наверное, в курсе происходит? Да вы в курсе, я уже сообщение зарегистрировал. Да, происходит ежедневно, год целый сказали. Материал зарегистрирован уже, дня 4 назад было данное сообщение. Да, следственная оперативная группа выезжала.
Я не могу сказать вам, я материал... Но материал работает, его нужно опечатать, материал увезти и убрать. Ребенок играл, понимаете? При нас здесь у нас есть видео. Стояла женщина играла, ребенок у нее играл. Это же нормально. Я прекрасно понимаю, смотри, сейчас дежурный звонил мне, следственная оперативная группа сюда приедет. Когда она будет? Я не могу вам сказать. Это сейчас 22 часа. Я начну участковый, обслуживаю сообщение. Ваши действия какие лучше? Я сейчас принять объяснение от вас. Объяснение? Да. Хорошо. А дальнейшие действия будут... Ждать следственная оперативная группа, да. С моих слов записано верно? Ну и прочитаем. Да, пойдем. Здесь так автоматы. И что автоматы оказывается везде, в каждом магазине. Какие автоматы установлены? Не в курсе вообще. Вот у меня тоже удивляющий полицейский курс. Вот игровой автомат, зафиксирован факт. Женщина с ребенком играет. То есть она сказала... А обязательно снимать? Да, мы фиксируем. Зачем? А вы незаконно снимаете. Я вот сейчас действительно просто на, потом на вас нажалуюсь. Понимаете? Хорошо, хорошо. Я согласен. Я не разрешаю снимать следственные действия, потому что вы не имеете права. Нет, следственные действия сейчас не происходят. Но если я была смогла писать, вы не имеете права вообще-то фиксировать. Вы нам говорите, что где мы не имеем права. Мы как бы прислушаемся, если действительно мы что-то нарушаем, вы нас будете даже привлекать к ответственности. Так что нам бояться ничего, вам все хорошо. Мы здесь вообще по-другому должны разговаривать. Купюра вставляется, играется. Вот, и хотели бы, чтобы вы позвонили по телефону. Мы можем, я могу. Я позвоню по телефону. Просто сам факт зафиксированной игры и выигрыш выдает вот здесь. Обязательно надо все фиксировать прямо сейчас? Да вы не переживайте, все хорошо. Ну потом, чтобы меня если выложить, я вам такое напишу, не поверите, вас хорошо. Выгонят с работы всех. Да? Я вам обещаю об этом, да. Если вот я, не дай бог, что-то будет такое. Как это первый раз так услышишь, что меня выгонят с работы из-за этого? Ну потому что вы не имеете права никакого. Да. Здравствуйте, полиция беспокоится. Старший лейтенант юстиции Грушко Николай Саевская. Скажите, пожалуйста, вот установлен в магазине игровой автомат. Есть, имеются документы? Я вот, мы знакомимся по Олега Дундич, какой дом? 11. Дом 1. Через сколько вы сможете подъехать? Это... Полчаса. А раньше? Ну, будет стараться сейчас человек. Смотрите, да-да, подъезжайте. У вас документы есть, да, то, что на размещение? На размещение есть, да, игровые автоматы, то, что они не запрещены, все это есть? Да, 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 да. Тогда на Маршака 6А подъезжайте сразу. Я туда уже отводил. Ну, вот это другой факт, здесь гражданин заявляет вот еще один факт, так что... Я понял, хорошо. Сразу подъезжайте на Маршака 6А, все имеющиеся документы на поводу разрешения, то есть вот это, то, что можно нахождение, то, что им пользование. Все, тогда ждем вас тогда. Вы подойдете и скажете к следователю Грошиковой. К следователю Грошиковой. Замечательно. Так вот, недействительный документ имеется. Отлично, это очень хорошо. Вот скажите, вы как сотрудник полиции. Это игровой автомат? Не знаю. Ну вот вы, если сюда мы банкноту Российской Федерации вставляем, играем и выдает какой-то выигрыш. Это игровой автомат. А какую бумажку мне присут, это уже другой вопрос. И нормально, что здесь ребенок стоит и играет. И вообще в общем доступе дети могут играть. Это нормально, если вот ваш ребенок будет играть здесь? Это будет нормально? Я думаю, нет. И я уверен, что вы так думаете, но просто это не произносится. Так вот, я так скажу. Мне было вообще смешно, что вами было сказано про то, что кого-то за что-то уволят. Но это смешно. Мы можем фиксировать вообще в общественных местах без всяких проблем.
и на будущее просто, чтобы не выглядеть некрасиво, вы с этой полицией, ваша деятельность классная. Есть федеральный закон о полиции, статья 50, которая говорит об этом. Ну вот, откройте просто ее, почитайте. Вы не имеете даже документацию, то, что... Кому есть следственные оперативные действия, никакие ваши не фиксируем. Это уже другой вопрос. Мы снимаем действия мою личную жизнь и вообще в общественном месте. Вот когда мы будем, вот до этого дойдет, тогда другое дело. Так вот, получается, я так понимаю, что сейчас вообще будет происходить, скажите? Ну, вот они сейчас привезут документы. Здесь потом... сейчас будет? Он будет работать, правильно понимаете? Мы не имеем права здесь. Не имеем. То есть будет проводиться непосредственно все процессуальные действия, которые должны быть, сейчас, правильно? В отделе полиции. Сейчас он приедет, мы все определим, и потом придем обратиться с ним. Вот что по этому поводу нами будет сделано? Нами будет сделано так. Мы напишем на имя Сысоева по данной проблеме, что в этом районе, я уверен, что и в других районах такая же ситуация. Ну, вот. И мне интересно, кто будет за это отвечать? Участковый должен отвечать, он же? Нет, это его ведомство. Не... Они управление, собственно, экономическое. Они должны посредствовать. Они, это чисто их деятельность. А участковый должен, наверное, знать, что у него на территории есть, сообщать, правильно? Он, во-первых, должен знать, когда устанавливаются данные объекты. Угу. Но он это год уже работает. Почему до сих пор участковый не знает? Не могу сказать, не и уже, раз я так понял, разговоры, он уже приносил вот этот вот телефон, приносил уже документы, то есть все там законно было, да? Действительно законно. Законно, я понял. Хорошо. В принципе, от нас больше ничего не нужно. Объяснение у вас есть? Ну вот, что-то нет. Меня интересует документ, потому что я лично не видела, поэтому не могу ничего сказать. Я понял. Я глаза не видела, но... Ну, в любом случае, вы письменно на это дело ответите, а по этому поводу будет опубликован материал. Вот. Вот, в принципе, все. Смотрите нас и вас на дорожном контроле. Да, нет, сейчас сначала материал выйдет. Будет обращение. Какая реакция веб, будет, а дальше будет уже... Там будут веб заниматься. Вообще, должны их заниматься. Ну, это я понимаю. У них просто горячей линии нет. Никакого, возможно, да. Вот в чем вся проблема. А вы, получается, фиксируете уже материал, я им должен направлять. Так и будет передаваться. То, что у них уже, я так понимаю, какой-то есть материал тоже у вас такой, вот какая-то ерунда с этой камерой была уже. Mm-hmm. Что-то уже сказали, что-то уже передавались. Потому что, ну, просто нам передали, что уже что-то такое было. Mm-hmm. Да. Все, мы больше не нужны. Все, хорошего вам службы, до свидания. Хорошего настроения. В общем, завершили все действия, каких не было вообще, в принципе. Вы слышали, что происходило. С нашей стороны мы напишем заявление, массово напишем заявление. Сысоев Александр Николаевич, к вам огромная просьба и обращение. Сделайте так, чтобы вот такие аппараты здесь больше не стояли никогда, во всех районах нашего города. Потому что дети маленькие играют. Нам не вообще пофигу на все эти игровые автоматы, на самом деле, не наш профиль. И они могут хоть обыграться, но в закрытых заведениях, хотя это незаконно. Но вот такие автоматы вообще в доступных местах не должны быть, потому что в них играют дети. Все. Откроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, с тонированным стеклом и перегаром непомерным. Не с той стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный